Сегодня вторник, 16 октября 2012 года. Сейчас 12 часов дня. На улице тишина, никого нету. Только слышно звуки петухов, птиц. Куры пасутся. Вот так живет и процветает Украина. Центральная ее часть, город Смело. Корова где-то мычит. Район называется Кут. То ли корова, то ли собака, непонятно. На улице тепло-тепло. Улица Коробейника. Сейчас мы направляемся на главную улицу. Вот Ленинградская. Автобусы ездят шикарные, правда, без кондиционеров. Собачка облизывается. А я сейчас направляюсь в гости к Зинаиде Николаевне и Владимиру Васильевичу, чтобы записать поздравления и привет их родным в Израиле, Стелле Борисовне и Анатолию Васильевичу. Вот их дом. И там впереди виднеется труба ТЭЦ, с которой уже идет дым, хотя у нас еще не топит. Может, где-то уже начали. Ну вот, сейчас мы позвоним.